Выдался день свободный. Посмотреть, что на вырубах. Чуть не упал. Может, какая-то жилка выскочит. Тут недалеко кварцевая жила, поэтому весьма вероятно, здесь что-нибудь будет. А может и нет. Если бы пеньки убирали, так все видно было. А так, так ни хрена не видно. Раньше проще было. Пеньки вывернули. Все видно прекрасно. Вау, какая чача тут. Обойдем. Вот этот бугорок посмотрю, конечно, потому что на возвышенных часто жилки бывают. Кварц, пигматит плотный, остальное-то все разрушается, вся порода со временем. Все не так, как надо. Ну, намеков нет даже. Ни на кварц, ни на пигматит. Фух. Надо. Пока выключусь, пойду к тому, кто я пушки лез. Ну вот видно, что кварчик есть. Ну да, кварцевая жилка. Кварцевая жилка. Минерализации не видно. Ну вот глинка интересная. Обычно в такой вот глинке
в этом районе находил. Минералы, кристаллики кварца. Ёлки, очки другие одену. Ну вот, очки надел. Вот кварчик. Уже веселее. Судя по кварцу, где-то здесь что-то и должно быть. На какой глубине только. Конечно, вон она где. Здесь вот. Вот здесь можно уже работать. Вон тоже кто-то уже пробовал. Пробовал, но не допробовал. О, вон там свежье. Ну, кто-то промахнулся. Мимо жилы ямку копал. Ладно, ясно с этим. Ну, тоже кварц. Лучше смотреть, конечно, минерализацию. Как кристаллик появится, значит, нужно рядышком искать. Вот, окатанный кристалл, похоже, окатанный, значит, его катало в земле, выперло. Выперло из жилки. Идем на горку, может, она из кварца сложена. Но здесь кто-то занимался. Ну да, рукотворное создание. Полно кварца. Нет только кристаллов. Да, если будут тут, то будут с гематитом кристаллы. Определенно будет, надо искать, видите, вот частичка минерализации начинается. Такой шестоватый кварц. Ну вот более характерный образец.
Вот кристаллик сидит маленький. Здесь тоже. Вот. Ну что ж, знать будем. Будем знать. Ну вот видите, это правда не с гематитом, а вот такой ожелезненный. Ну что ты не фотографируешь? Да, 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 да. А вот интересно, с халцедоновой корочкой. Хотелось бы думать, что это цитрин. Нет, это просто налет гидроокисла. Окисла или железа. Интересно вообще-то. Вот здесь можно копать. Ясно, что с гематитиком. Вот тоже. В общем, верной дорогой идете, товарищи. Вот тоже, видите, полости, а там кристалл, он прозрачный кристаллик, не знаю, видно, нет, настраивается камера, нет. О. Вот тоже кристаллики. Как у нас бывает, как выложу в YouTube, так люди сюда и попрут. Клад, клад, клад. Ну вот видно, что здесь кварц, даже горный хрусталь прозрачный должен быть. Но, ребята, надо копать. Будут здесь и кристаллы, будут здесь и щетки. Ну вот что, первым делом определиться, как жила проходит. А здесь, в принципе, они идут согласно одном направлении. Подсечь жилу. И вперед. Вот она и так уж подсечена. Вот здесь вот участок с гематитом.
Вот видите, тоже кристаллы. Значит, тут что-то, ребята, должно быть. Да. Оба-на. Ну вот. Теперь все ясно стало. Горный хрусталь, частично в рубашке. Вот тоже, видите. В другое место я сегодня направился вообще-то. Посидеть, покопаться, отдохнуть. Ну, вот тоже кристаллики гематитом обложенные. Да. Дам. Тоже осколки. Вот. Вот кристалл. Такой средней паршивости. На самую горку посмотрим, может, там что-нибудь. Ух ты, ёп, чё себе. Кто-то жилёшку работал. Творчески. Да. Ну-ка, в отвале посмотрим. Кварцевая жила, конечно, это ясно. Да, на кварц работали, вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, подарок от хозяйки. Я понимаю, что в отвале образцов порядочных уже не найти. Вот тут вот в таких штуках, где вместе с землей копали, конечно, можно найти какие-то осколки или кристаллики мелкие. Вот лучше, ребят, после дождя их, конечно, смотреть. Вот тоже, видите, кристаллик какой. Они поблескивают после дождя. Вот такой малюхотный, он будет блестящий, блестючий. Что я могу сказать? Весное место. И это жило на продолжение, надо работать. Больше чем уверен, что ее экскаватором кто-нибудь сделает.
Времена такие. Тут уже кто-то был, видно. Видно, ковырялся. Даже какая она глубокая, а? Если сейчас 3 метра с лишним, да еще если расчищать до килевой части, что ж, 5 метров есть, что ли? Вот раньше работали, не то что сейчас, пробежаться до сливки снять. Рядом дорога, вон шумит. Сюда бы желающих водить. Привел, пусть покопаются люди. Так. Ладно. Пойдем-ка мы посмотрим вот этот лесоповал. Хотя, конечно, жило-то в стороне, получается, вряд ли там может что-то быть, но чем черт не шутит. Вот этот корень ближе к жиле все же. Поэтому тут кварц еще и возможен. Так. Здесь уже пигматоид с кварчиком. Это кварц. Кварц. Здесь, конечно, ничего быть не может, потому что быть не может ничего. Сейчас отсюда медведь. Что там лежит? Ничего не лежит. Деревяшка какая-то. Нет, нифига. Ниже уже болотина. Под болотиной-то, конечно, тоже все бывает. Но как ее копать? Ну, здесь уже вон что. Здесь уже ясно. Такая галя окварцованная. Она. Какой-то то ли шмоет, вот прожилок кварца идет. То ли яшма. Пусть спецы решают.
Ну, а туда не пойду. Там уже видно, что ничего нет. Один лесоповал.